Блять, ебучее это зеленое облако, бля. Короче, по кругу сейчас зачистим трешак. И из собаки начнем. А мы будем засмонивать еще? Ну да. Можете там 2-3 человека досмонивать, а остальные бейте трэш. А там всего 3 тела осталось. Они, наверное, АФК. АФК только один в четвертой пати. Рибай вроде не АФК. Он в этом, в Ренегатской бухте. Кому надо отойти, отходить? Я вот думаю, что после ТТГ идти, блять. А надо что-то? Ну, хотелось бы Геру, но что-то я не хочу туда в 2 друида идти. Более один новый. Может, у кого-то проходки еще нет. А мы осилим ТТГ, обычку и РС пойдем. Ну, блядь. Ну, если, не, ну, если прям в кубе, блядь, если прям прикинуть, что мы нихуя себе, прям не ФКшащие такие тела. Все с первого трая. Ну и резко это 20 минут. ТТГ это 25 минут. Если без вайпов, прям с первого трая все. Ну и ЦЛК это 2 часа. Ну, типа, тютелька в тютельку, но я думаю, мы так сильно заебываться не будем. Возможно, пойдем ГМХ и РС-ку. А ЦЛК уже на другой день поставим. Ну, как вариант, либо РС-ку. Ой, блядь, либо ЦЛК. Там этот лог какой-то кровь хотел. Да, я. Разве на посох, что ли? Да. Зачем тебе кровь? Ну там же посох требует. А? Там посох палку требует. То есть ты хочешь... Короче, как ШМ. Забирать... Варовские осколки? Осколки? Все по очереди насчет осколков. Мне сейчас надо кровь. Там сначала этот, вот он кровь лутанет, там ДС и голду сдаст. Я вот не помню, там квест еще какой-то делать надо сначала. Там еще 4 квеста надо будет сделать, но это херня, это типа в соло оно делается. И только потом еще души собирать, блять. Так а ничего, что у нас тут уже такие очереди у своих на эти осколки будут. Да при чем тут осколки? Я же вам говорю про кровь сейчас. Ничего нету, так трэш быстрее бить с собой. Осколки. Осколки. Осколки на ШМ идут, потому что Джайну еще не убили. Ну точнее, мы не убили, а мы ее убьем, блядь. Это надо еще состав хороший собрать, чтобы ее хотя бы травить начать. А, то есть там не начинаешь собирать а осколки, как она пока Джайна не убьешь, да? Или как? Да ты можешь начинать собирать, просто в магазин пока не добавили кристаллы Джайны. Добавят, когда первый этот посох сделают на серве. Не, ну если кто-то будет покупать, если этот человек прям, блядь, 30к ДПС дает, да на каждом РТ сидит, я типа не против его поставить вперед по очереди. Но пока что таких заявок не было. Мне главное кровь и все. Ну кровь это хуйня. Чтобы потом начать лутать души. Их там 2500 штук надо налутать. Ну они там за одну, по-моему, больше чем одна боится. Вот что бывает, когда поворачивается мобы рейд, да? Не, в обратку бьет, да и все. Да не, просто тот, который Shadow Bolt'ы пускал, по-моему, повернулся. Или это два одинаковых с вихрями? А, ну это два одинаковых. Два вихря одновременно. Там какая-то ренжа есть, можно отбежать. Ну вот милики вот немножко пробивают.
Короче, сейчас такой тяжелый момент, мне кажется, недельки 2-3 уйдет. Если с добором нормально будет, ну там в той вечерней уже есть люди, которые помогут с добором. Здесь тоже есть какие-то новые найдутся. Кадры. Дальше уже, ну, одеть людей, да ходить в Геру тратить уже проблем нет. Че, хантов апнули, значит, да? Хуй знает. О, да, там апнули вчера. Ну, опять же, это был, я же скидывал, это был 268-й хант. По 22 или 23 клана все-таки, да. Ну, я еще ни одного БМа не видел, пока перебитого. Ну, ММ, это ММ я скинул, там БМ. Ну, этого мага нету, ворлда. Столик поставьте. Здорово. Охранить магов. Дайте штруделя. Рыбу я поставлю. Войд, есть сопроты? Да, кидайте обмен на сопрот. Благодаря вашим вкладам все есть. Так, сори, я тут. Войд, на сопрот и на ЕП. Я, по-моему, не принимал. О, Dream Batok. Вы, конечно, охуенные красавчики, блять. Давай имя имен еще. И все нахуй на этом, блять. А то я просто. Чу-чу. Я просто не запомню нахуй эту всю хуйню, понимаете? Мы сейчас на РТ сидим, а не на начислении, блять, этой залупы. Да, я напишу в личку в ДС просто, если что, и все. А есть почта поставить у кого-нибудь? Так, где там эта хуйня? Dream Batok. Это я, видишь, я с почты делаю, мне удобно. Я зашел в игру, с почты записал, блядь, людей, начислил. Так. Имен, Dream Batok. Все, остальные все после ТТГ уже, блядь. И вообще это самое. После РТ присылайте, там завтра приду с работы, накину. Потому что мы сейчас должны уже босса, блядь, половину снести. И мне... Вместо этого приходится записывать список людей, кто там, блядь, Dream Batok. Там один все равно мага, нету мага. Вернется. А хуй знает. Он 13 минут как АФК. Нем. Так. Так, имя имен ты мне косарь передал сейчас, нет? Ну да, в начале сам. Не, по-моему, я отменил. Там отменил? Я, ну, бил этого моба, танчил. Я отошел, рейндж нарушился и не передалось, короче. Да, ну ладно, сейчас кину. Ну я, короче, обмен не успел нажать, там ЛПшки нажимал. Бля, я думаю, что вы мне обмен кидаете, я вам саппорты кидаю. Я тебе саппорт давал? Нет. Так, на тебе еще саппорт. Вот, жрите рыбу. Короче, это, хилов тут поменьше надо, давайте. Блядь, что-то хуёво с этими. А, ну ладно. Друид-инвалид. Ты тут был, нет? По-моему, ты не был. Нет, не был. Сейчас тебе объясню тактику. Ты там смотри, короче, ты будешь... Блядь, куда тебя поставить? С РДДшниками будешь стоять чилить. Короче, из РДДшников, вот, Вихторка тебе помощник, если что, РДДшники, ориентируйтесь на Вихторку, вот на него кружок, как себя вести, показывают кружок, если что, ну, на лучах там. Так, теперь, приза на киса, спекайтесь в ДД, приза на киса вы в ДД, хватит этих 4 хилов. Вот, надо ДПС побольше. Первая, вторая пати, вы полностью это самое, как он называется, блять, идете налево. Лево. Ну, с танком начинаете тут. Из миликов, милики, кто тупой, смотрим, ну, не тупой, в смысле, кто сомневается в своих способностях, смотрим на квадрат, как он выпрыгивает с лучей. Я еще в миллизон уже, традиционно. Сейчас я посмотрю, да, по РДДшникам. Ну, вот смотри, нам надо, чтобы призаны зукли били, это уже точно. То есть, это получается, а еще и киса, блядь, надо, блядь. Это, Равис, у тебя сова, блядь, ну ты в коте больше дашь. Не-не-не, Равис, давай в сову.
Давай в сову. Слышишь? Потому что 3% обязательная хуйня. Плюс бафы до хуя РТД дает. Так, и этим самым мы, значит, Акису и Призана ставим в мелизону. Это уже 12 человек. Все остальные, 3-я, 4-я пати и 5-я пати хилов, вы находитесь справа. То есть вы с зеленой меткой все. С фиолетовой будут только 1-я, 2-я пати и Призан с Акисой. То есть ты ДСшником тоже это самое стоишь на зеленой метке. Блин. Так вот. И я не умею там жить. Сейчас научишься. Ничего сложного нет. Подальше там встанешь, считуй там РДДшников, кого достаешь. Доставать нормально не буду, в том и проблема. Да похуй, главное своих доставай. Ну, кто рядом с тобой. Это, наверное, меня частицы захилит, похуй. Значит, смотрите, вы все тут были, кроме друида-инвалида. Для него специально рассказываю еще раз тактику на этого босса. С пула босса, босс первым делом через пару секунд вешает на рейд два вида меток, зеленые и фиолетовые. Они наносят урон один тьмой, один огнем, там зеленым этой хуйней скверной, блядь. Вот. Любой тип урона, если метка фиолетовая словит зеленый урон или зеленый фиолетовый урон, этот человек получит дебаф на 5 секунд. Называется конфликт стихий. Этот дебаф висит 5 секунд и каждую секунду бьет по 5000 внимания по всему рейду. Это 25 тысяч урона по всему рейду. Эта хуйня, ну, эта хуйня приводит к вайпам, короче, проще говоря, блядь, без всякой хуйни. Это нельзя ловить, ну, то есть это категорически нельзя ловить. Если вы это ловите, блядь, просто, блядь, пиздец. Дальше. Словив эти метки, они действуют следующим образом. Те, кто словили фиолетовые метки, те, кто начинают босс в мелизоне бить вот здесь возле квадрата, они должны постоянно двигаться. Если они будут не двигаться, то они словят 1, 2 и на третьем стаке дебафа плетения они словят стан на 5 секунд. Ну, этот стан хуёвый тем, что если лучи будут, например, или лужа какая-то, то вы не выбежите, а будете стоять в стане и сдохнете. Вот. То есть нужно постоянно либо прыгать, либо двигаться. Зеленые метки прямо противоположная хуйня. Это на весь бой висят они. Они вешаются на вас, на РДДшников, и вы должны, наоборот, не двигаться. Если вы двигаетесь, то ловите стаки. Двигайтесь очень мало, только в том случае, когда надо выбежать с лужи или сбежаться к метке. Или отбежать от лучей. Все остальное время вы стоите. То же самое, если вы бежите, копятся стаки. Если стака накопилась, вы ловите не стан, а дезориентацию. То есть ходите, как вас рога ослепил в ПВП. 5 секунд. Вот. Дальше. Помимо этой хуйни, босс три способности применяет на игроков с метками. Первое – это пульсация. Такое кольцо появляется и исчезается вокруг каждого игрока с меткой. Либо фиолетовое, либо зеленое. Оно наносит 500 урона вокруг на 8 метров. Этот урон тоже учитывается в тот. Вот если на мне, допустим, фиолетовое, и я подошел такой к этому... к бидону, блять, а он зеленый нахуй. Я такой, пульсация на мне его хуяк задел, и все. И он словил эту хуйню, конфликт стихий, и он еще себя захиливает, стоит, и по всему рейду 25 тысяч урона, блять, за 5 секунд. То есть вот этой хуйни нельзя допускать. Люди с людьми противоположными не должны встречаться. Вторая хуйня — это кольцо, которое не мигает, появляется вокруг игрока на 8 метров. Через 3 секунды из него будет гейзер. Вспышка такая, блядь. Оно может быть зеленое, может быть фиолетовое. Вот с нее просто надо выбежать. Вот, в принципе, если оно одно, это кольцо, и вы, допустим, ну, у вас 0 стаков, вы либо прыгаете, если это фиолетовое, или если зеленое, вы стоите, то одно кольцо нанесет 15 тысяч урона. Но учитывайте, что урон увеличивается со временем, там стаки копятся на боссе, то есть по проценту там что-то увеличивается, и к середине боя это уже хуйня будет больше бить. Но так по дефолту она 15 тысяч урона бьет. То есть под какой-то прожимкой, там, скажем, Престовский щиток, он это, то есть не шотает. Но если там стоят куча бичей, блядь, всякие там хилы, блядь, все в одну точку собрались, то оттуда надо съебаться. Вот, иначе вас шотнет там. Ну, если два кольца на одном месте будет, вы просто получите 30 тысяч урона. Это ваншот. Третья способность — это метка. Как вот на собаке на первой,
Она может быть либо зеленая, либо фиолетовая галочка над головой. Эта хуйня висит там секунд 8 или 10 и потом взрывается. Тоже 8 метров вокруг от человека. И там наносится 70 тысяч урона. Но нужно поделить минимум 3 человека. Если 2 человека еще может шотнуть. Ну, если под какой-то прожимкой, типа тучка или глыба или бабл, то один человек отбегает в стену, там эту всю хуйню прожимает, выживает. Вот. Если прожимок нет никаких, если это какой-то важный там, хил, то надо сбежаться в него. Когда эта хуйня взорвется, лужа появится. С этой лужи надо выйти. Эта лужа тоже наносит урон и тоже относится к тем, что вот если я с фиолетовой меткой, то в зеленую лужу не могу забегать. Ну и четвертая хуйня — это, соответственно, лучи. Чтобы не сдохнуть на лучах, у вас вон есть кружок, квадрат. Смотрите, как они действуют. Что там этот маг все не зайдет? Есть там кто в гильдии? Блять, и взять некого. Хуёво. Регистр жил в сову? Да. Я ему написал. Угу. Че, он там спекается? Так. Да, вроде кто-то зашел. У нас пока 25. Кто зашел? Хрен его знает. Он же и вышел на него. Того мага нету. Ладно, в общем, вся эта хуйня понятна. Ну вот эти лучи будут там, смотрите на метки на людей. И еще самый важный совет, я не знаю, может быть, он помог на прошлом РТ убить. Вот вы, мелики, если вы... Блять, нахуй вы эти паровозы ставите? Вот если вы стоите, бьете босса, да? И... Всегда ждите вот это кольцо, либо метки, либо кольцо, вот эту хуйню. Пульсация плохо, она прохиливается. Вы позиционируете себя, вот вы прыгаете, бьете, да? Вы позиционируете себя, вот толпа тут прыгает, не так в середине толпы. Потому что когда появятся кольца, вы выбежать не успеете. Вам бежать, пока вы будете бежать, вот тут вот два кольца будет, блядь, еще оставаться. И оно взорвется, и вы сдохнете, блядь. Поэтому, ну, либо ускорители, либо блинки какие-то, сука, блядь, заебало чучухать. Взорвите кто-то эту хуйню танком, блядь. Пиздец, ушел я оттуда. У меня КД, я взорвал уже один. Не ставьте типа. Я тоже только что взорвал. И, короче, позиционируйтесь так, чтобы вам было место, куда отбежать. То есть, если толпа прыгает, да, вокруг босса, вы не укрутите хороводы вокруг босса, там, с одной стороны стойте где-то и выходите уже тогда, когда эти, ну, лужи эти появятся. Чтобы вам бежать было всего там 6 метров. То есть, буквально 2 прыжка сделать, и все, вы в своей зоне. Вот, ну и подальше наверняка отбегайте. РДДшники то же самое. Если вы видите, вы стоите там вокруг вас 5 человек, вы хуй когда оттуда выбежите. Перемещайтесь до тех пор, пока... Ну смотрите, с дебафом там дезориентацию не словите. Ладно, короче, давай посмотрим. Я также не буду видеть, что в рейде там, если вы будете дохнуть, блядь. Посмотрим, кто чего дохнет. Посмотрим, скажу. Даю отчет. 3, 2, 1. Кирус полу, как обычно. Вот на вас сейчас обычная пульсация, вон, смотрите там. Когда что появится там. Зеро. Да, кстати. На стресс, если забыл, надо от этой хуйни отходить. Да, метку сбежали с РДД. Готовимся, скоро обстрел будет. Вот обстрел, смотрим внимательно на метки. Как они показывают выйти с этой хуйни. Понял. Я тоже понял, блядь.
Надеюсь, вот все, кто дохнут, вы понимаете, что вы дохнете, блядь. РДД вышли. Дистанцию друг от друга десятку держите по возможности. Саня, у тебя опять этот микрофон. Сейчас я выключу. Сейчас пока не могу выключить. Милики, смотрите, там мясо разбросано на полу. Не споткнитесь об него там, когда на лучах будете прыгать. Я как-то один раз, блядь, споткнулся нахуй. На лучах, блядь. Да, тут сратые текстурки. Вместе, две места. Рависки. Да уйди от меня нахуй! Вместе, вместе. Иначе две места не могут вместе ходить. Блин, отвлечение. Просто если не вместе, а по одному, мы кого-то теряем там. Я повторюсь, там две метки не могут быть. Там распределяется на всех, кто... Это... Кто в радиусе. Лизеры. Ложитесь. Почти, да. Ну, 30%. Это нихуя не почти, это залупа трая, блядь. Ну, до первых... На первых, блядь, рельсах... Ну, фулл рейд живой должен быть. На вторых сейчас тоже. Сейчас выдам. Вась, если хочешь, я зайду на мейна Паша Пашу. Да, зачем? Не парься. Может, я не думаю, что дело в тебе. Этот, кто там? Друид, ты понял, как ты сдох, который инвалид? Да, понял. А что ты сдох там, расскажи. Кольцо, ну, кольцо. Была зеленая, этот поезд, я отошел, потом фиолетовая резко, я не успел. Ага. Там, я где нету луча, там будет фиолетовая. Еще раз напомню, там есть кружок и квадрат. Ты на них смотрел, на кружок? Вот с тобой Викторка там стоит. Ну да. Ты смотрел, как он прыгал? Вот именно как он прыгал? Прыгал, нет. Если... Старался рядом. Короче, будет. Викторка, встань туда подальше, ну, на ту сторону решетки, где вот сейчас задние лапы. Ну, не сейчас, а когда будете пулять. И встань прям с ним недалеко, там 10 минут. Даже не хиль, ничего там не надо делать. Просто постой и посмотри, как на лучах прыгает кружок. Прям с ним подвигайся. Только заранее ничего не двигайся, лишних стаков там не слови. Короче, все то же самое. Только вот те, кто сдохли, милики там, как бичи, блядь, не сдыхайте. Вилаша, Топа, кто там, блядь, Энхи, блядь. Не сдыхайте. Ну, если не хватает места, бейте в ебало там, нахуй. Что-то придумайте, блядь. Потому что если вы сами не будете за свою безопасность отвечать, я за вас это не смогу сыграть, все. Тут реально все от вас зависит. Я, ну, я не знаю, нахуй. Я больше ничего не смогу сделать. Там рыбу ставили, да. Я что-то не вижу. Там были рельсы и гейзеры. Ну, рельсы и гейзеры, это же означает, что... Это означает... Ну, я бежал... Вперед и не успел от гейзеров. Я не мог в бок бежать. А ты беги в бок. А там же рельсы. Блять. Сука, ну рельсы, они, блять, понимаешь, они идут полоской такой. Вот одна полоска, вторая полоска. Вот ты в одной стоишь в пустой. Рядом прошла эта хуйня параша. И ты идешь в то место, где прошла параша. Либо вправо, либо влево. Но ты не идешь в ту сторону, где РДДшники стоят. Если до них 15 метров, ты можешь отойти. В ту сторону отпрыгнуть. А еще, милики, вот смотрите, блять, я вот танчу, вы видели все, как я танчу? Я танчу жопой в эту хуйню. Вот тут полоска сейф-зоны есть. Она там буквально две пятки, блять. Полоска. Тут вот если вот так в стену вперед... Иногда багается. Именно у стены оно багается. Я тебе говорю, как человек, который постоянно бегает с миликами. Тебя может там снести конфликтом. Просто на ровном месте, при том, что полоски там не было. Я уже 2 РТ, по-моему, так танчу, так что... Смотрите, если не уверен... А то... Я на ДЦ не 1/10 РТ уже бегаю, по-моему. Ну, я не видел, чтобы по мне прилетал дамаг там от рельсов. Вот, мне не дамаг, мне конфликт прилетел. Просто редко было, когда две метки, они не сбегаются. Мы просто по 3 человека в разные метки забегаем или как... Сейчас две метки было в РДД, а сейчас РДД все легли просто из-за этого. Объясняю. Ну смотри, тут есть несколько вариантов. Зависит, во-первых, от того, на ком метки. Если какой-нибудь ШП, не знаю, сова,
прожимаешь свои сейвы. Там в медведя дубовую кожу условно, я сок лучше знаю. У Лока сейвов нету было. Ладно. Особо. Лока сбегаться. Рассказываю. Шамана тоже только сбегаться. Рассказываю про метки. Если вам трудно так, то... Если появилось две метки, то у вас есть много вариантов. Либо какой-то массейв дать, и там у вас стоит хэпал. И сбежаться всем в одну точку. Но имейте в виду, что когда вы сбросите эти две лужи в одну точку, то и с них надо выйти и встать обратно на рейндж. Либо сбежаться по два, по три человека к каждому. Я вот как раз хотел по два человека, меня тот, кто с меткой, решил со мной пойти. По два человека это 70к. На троих еще, может быть, на двоих это больно. Вот, на троих... У меня 29 вот под бафами. На троих, на четверых нормально поделится. Но если вы сбежитесь... Ну, смотря как вы будете сбегаться, и с той хуйни надо будет выбежать потом. В теории, если на меня на мага кидается метка, я могу ее просто отдельно вынести и стать глыбу? Да, не просто можешь, а обязан. Все окей. Там какой-то хант появился в сети. Сейчас я его спрошу. Первый раз вижу. Да я тоже первый раз вижу. 5, 4, 3, 2, 1. Ну топа, блядь, в чем проблема? Ложный выпад сжал вообще. Метка. Убежались. Выходим. Скоро будет обстрел, готовьтесь. Дейзер, РПД. Вот вы в пятером сдохли, почему? От гейзеров сейчас? Да, скорее всего. Вы что, совсем близ головой не дружите? Возможно, близко встали. И пространства не было выходить из-за поездов. Ложимся. Я еще раз объясню. Вы, если не начнете вставать так, как нужно, чтобы выбегать, вам же было лучше выбегать. Вздыхайте быстрее, там гера спадет. Зайдите в противоположный свет, блять, вайпнитесь уже быстрее. 5 человек дохнуть на гейзерах — это залупа. Побежали. Бидон. Кто там, блядь, был еще? Бидон, блядь, еще кто-то. Равист, еще кто-то, помню, был. Ну и хуёво было видно эти гейзеры. Они прям сливались как раз с цветом. Я сам, блядь, едва заметил использование. Еще раз напомню. ДПС и тут не старайтесь там какую-то хуйню показать. Научитесь выбегать с этой залупы. В 15 человек мы не будем тут сидеть добивать эту ебаную собаку. Пока вы не научитесь нормально двое рельс проживать, один человек упадет, я еще понимаю, блядь. Топа, блядь, прекращай дохнуть, второй трет и дохнешь. Что ты, встань там, я не знаю, съебало где-нибудь там сбоку, сзади, блядь. Или вообще встань у стены, постой, блядь.
Обычно пол просто все бегали в одну сторону. Тут все как тараканы в разные стороны разбегаются. Я стою в центре, и получается так, что, блядь, я дохну, блядь, из-за этого. Так я только что перед пулом, перед первым объяснял, сука, не встойте вы. Вот смотрите, вот вы сейчас стоите, да, вот на мне звездочка. Вот и я такой стою в центре толпы. А круги-то они, сука, и тут появляются, и тут, блядь. Встаньте, сука, с краю толпы. Вот так вот. Вот тут крайний человек стоит, вот так вот встаньте. И вот так вот прыгайте и бейте, блядь. И когда кольцо появится на вас, вам выбежать будет. Вот, блядь, один прыжок, пиздец, все, выбежали. Это ваша безопасность, блядь. Если вы не будете смотреть за тем, чтобы вы не вайпнулись, то мы этот рейд хуй когда убьем. Вы эту хуйню начните понимать уже. Босс бьется 5 минут. Инст этот убивается 20 минут, блядь. Когда вы начнете выбегать, блядь, чудеса Варкрафта для вас раскроются, блядь, ребята, блядь. Еще раз объясняю, блядь. ДПС на манекене будете показывать. Здесь вы бегите с ебучей лужи, блядь. Ждите эту лужу каждые 10 секунд. Каждые 15 секунд смотрите. Лужа прошла, 10 секунд спокойно побили. Ждите дальше, скоро еще будет лужа или метка, блядь. Если вы не будете ждать, блядь, опасности никакой, а будете чилить здесь, как в РБК, блядь, мы хуй когда убьем. Вы уже убивали этого босса. Нехуй тут убивать. Да, в конце лапки дроили. Блядь, саппорт выпил. Бедон, с тобой маслом поделиться. РДДшники тоже самое, нахуй. Ну как так, 5 человек? Если вы впятером... впятером дохнете, съебитесь в угол куда-нибудь, постойте там, блядь, почильте. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1... Вот сейчас повешалась эта какая хуйня. Там периодичность какая-то, ну не знаю, секунд 30 что ли. Или 15. 30. После пульсации через некоторое время, по-моему, после откидки идут эти взрывы. Милики выбежали. Ну вот, это минус 3 сразу. Свято, стопа, топ ДПС, серая киса. Все по 20-ки дают. Все, я. Ну, я ебал. Падаем заново, начинаем. Ну, тебе не лень каждый раз заново начинать? Мне нет. Умрете, вы умрете. Я надеюсь на то, что вам лень. Просто трата времени. Ну да. Три потеряв, человека. Ну, человек 7 здесь можно пройти. Вот три человека, которые по 20к дают в рейде, и вы падаете с пола. Этой хуйты просто не должно быть. Если вы падаете, если вы не уверены в себе, топа, еще раз говорю. Встань у стены, постой, посмотри, блять, просто. Если ты сдыхаешь, побей потом. Упадет там какой-нибудь на стресс, там упадет, и я не знаю, там и Вилаша. Пойдешь, побьешь. Я надеюсь на то, что вам лень эту хуйню пулять каждый раз. Ну правда, Войд, даже без них это будет убивать. Я уже вывод сделал давно. Вот эта хуйня, добивание там босса в две коллеги, блядь, это, конечно, весело, но не в этом случае. Это три человека, которые по 20 кадров. Хорошо, ну сейчас на этом пуле дам шанс. Если втроем упадете, попробуйте подобивать. После этого, если не добьете босса, будете, блядь, хуй с ним. Один человек упал, еще можем продолжить, блядь. Три человека также будете падать, блядь, за раз. Будем заново начинать. Это залупа полная, блядь. Три человека по 20к дают, нахуй. Вы будете лежать весь бой, блядь. Вам самим, блядь, не прикольно? Я еще раз говорю, блядь, подумайте о том, чтобы не сдохнуть. Ни ДПСики, ни о чем-то там, блядь. Если кто-то не видит там дебаф, еще какую-то хуйню, скачайте воду, блядь. Посмотрите на ютубе, как я, блядь, за милика играл. Тут не сдох ни разу, блядь. Если кто-то не понимает. За милика, за хила, за танка, все есть, блядь, все видео.
Он пульсация на РДД, но метка, эти гейзеры либо метки могут быть либо на миликах, либо на РДД. Смотрите сейчас внимательно. РДД вышли. Скоро обстрел будет, готовимся. Гейзеры. Блядь, РДД метки. Выбежали. Гейзеры. Не, ну три метки это уже перебор. Ну мы молодцы, мы почти все выжили. А 5 стаков никак не сбрасываются? Нет. Они будут до конца боя. Обстрел. Ну вот друид инвалид нахуй. Чё у тебя за кружком не получается? У меня отвлечение было. А какого хуя оно у тебя было, блядь? РДД гейзера. Там что, на вен живой, нет, захиливаем. РДД метки. Не. А. Прям хреново. Друид инвалид, нахуй. Я еще раз объясню, блять. Вот ты, когда зеленой меткой стоишь, ты не двигаешься. Ты бегаешь только тогда, когда надо. Просто так ты не бегаешь. Ты 3 стака, когда ловишь, ты начинаешь в дезориентации 5 секунд ходить. Если ты эту хуйню под лучи ловишь, то ты ловишь луч противоположного света. Либо сдыхаешь. Если ты противоположный свет урон ловишь, ты весь рейд вайпаешь. Когда 6 пришел. Когда 6 человек лежат, это вообще залупа. Можно киллою посадить на шпшку. Где он пришел? Надо тут шпшку собрать, блин. Где он пришел? ДСшка этот? Ну, он это в Дискорде. Ну, в игре-то нету. Вы хоть вайпнулись, вы хоть понимаете, что дальше делать, типа, чтобы не сдохнуть? Равист, ты сама, тебе вообще нельзя сдыхать. Меня пульсация убила. Стой там, я хуй знаю, чиль, блядь. Ну, чё-нибудь придумай, только не сдыхай вот так вот. Хуй с ним, ты один сдох, но ты даешь баф рейду охуенно РДДшникам. Ты им меткость даешь, ты им, блядь, увеличиваешь урон. Так, это ДСшка, да? Хуй знает, как у вас сейчас, 2 ДСшки или чё? Сейчас я на мейна тогда зайду, у меня, по идее, КД не повесилось, я ж тут никого не убила. Сводишь, если что, вот этим престом в ТТГ, в этой Тамаросанды, если соберешь. Да, да, если соберу, конечно. Если я, там... по идее, нормально прохиливаю. Как раз камни-чарки сделаю к тому моменту, нормальные.
Короче, друзья. Просто у меня там второго успеха нет вообще. Повнимательнее с этой хуйней. Ты конфликт, когда ловишь, блядь, ты еще себя захиливаешь, блядь. Ты просто весь рейд хоронишь. Они издыхают все. Тут урона, по сути, большого нету. Тут урон только, если ты гейзер ловишь, если ты один в кольце стоишь, там 15 тысяч. Если ты отбегаешь, ноль нахуй урона. Пульсация по 500 ну, бьет. У меня было 6 таков. Я вроде вышел чуть вперед, потому что я не захиливал миликов, и меня как бы тут оглушило. Тебе похуй должно должен быть... другие стаки смотреть, Валер. У тебя что было? У тебя была дезориентация или что? Да. Да потому что, я же тебе объяснял, у тебя сначала один баф, вот этот зеленый, который копит стаки, на него похуй в частности. Ну, а есть другой, который в виде сферы. Вот на нем, когда, вот если это сфера, вот когда ты ходишь, она копит стаки. Потому что ты РДшника, зеленая метка, когда ты ходишь с ней. У тебя копятся вот эти стаки в виде сферы, дебаф. Когда три штуки будет, у тебя будет дезориентация. Тебе, чтобы ее скинуть, тебе нужно просто постоять на месте. Я же тебе писал об этом. Ты смотришь за сферы вот этой, которая у тебя в дебафе. Не вот этот зеленый мет, который сразу там через 5 секунд накладывается, а именно сфера. Дебаф, вот, у меня было 5 штук. Это у тебя было в другой метке. Блять, он не понимает. Нахуй, надо просто сейчас мы пульнем и просто объяснить на словах. Это еще раз показать. Вот, блять, на Викторку, блять, кружок стоит. И чтобы он выбрал и посмотрел на него, когда копятся стаки. Вот чтобы он побегал и увидел, что стак у него появился. Можешь с пула там сразу побегать, дезориентацию тут словить, чтобы он понял, как ее не ловить, блять, эту дезориентацию, блять. Сейчас спекнусь. И попытаюсь вспомнить, как этим играть. Что, вариант? Кстати, да, метки в РДДшниках. Магии вглубую, можно в них не сбегаться. ШП в тучке вроде тоже переживаю. Так что я постараюсь вас не сгонять. Рыба была там, нет? Что-то хуй знает. Была. Была. 58 минут уже. Мне ману надо отрегенить. Гравистый и Иннер ебани, и этот. А, спасибо. И друид Пошу тоже. Пока. По престу в 4-й пати Иннер. Все, хватит. Все, фул мана. А чё запустили, зачем? Имя имён рарник вы тут. Всё, я понял про вторую метку. Всё, вот из-за этим... У тебя сейчас скверны, вот на неё похуй. Тебе сейчас не надо никакой ХПС показывать, тебе надо просто научиться вот эту хуйню не сдыхать и всё. Не ловить конфликт. Да, давай бежали. Ну, блять, кого ёбнуло? Меня. Он на вен лежит, нахуй, я вообще в ахуе. Обстрел. Позиции сразу занимаем нормальные, чтобы на обстреле не сдохнуть. Рарник конфликт с вами. Мясо ебан. Вот это вот херня, мы стоим или отбегаем? Вот это стоим. Вот. Пульсация. Просто стой. Просто наносишь вокруг урон. Поэтому не стойте рядом. Вот сейчас мы бежали.
Обстрел там, место займите сразу, чтобы не сдохнуть. Я не понимаю, как вы дохнете. Как бомжи. РДД выбежали. Там танк упадет. Да, потому что Навен чилит с друидом-инвалидом. Ложитесь в противоположный свет, забегайте, вайпайтесь. Только раньше в инс не заходите, пока босс не исчез. Это залупа бить по минус 5 и бить дальше босса. Потому что пока вы изначально не понимаете... Я вам еще такую хуйню скажу. В рейде есть какой-то ДБМ, который показывает, когда гейзеры будут. Есть такая хуйня? Нету. Нету. Вы знаете такую хуйню? Ну, вы же наверняка знаете, что такое задержка. Пинг. Знаете такое слово? Так вот, в Дискорде, пока я на одном конце света скажу что-то, да, там выбежали, пройдет одна секунда. Пока вы на другом конце света это услышите. Потом еще есть реакция у людей. Реакция в одну секунду — это охуенная реакция. Это пиздец охуенная. Потом еще есть у вас комп нахуй. У кого-то охуенный комп, у кого-то пинг с сервером хороший, у кого-то хуевый. Это еще в лучшем случае секунда. И в итоге... Слышу FPS. В итоге я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вы хоть в 20-ром, хоть все, блядь, хором кричите, выбежали милики, выбежали РДД, это нихуя не поможет. Потому что пока они сами не начнут с этой хуйни выбегать вовремя, они, ну, не начнут выживать. Это нихуя не поможет. То есть вы просто скажете, а они как сдохли два человека, так и сдохнут нахуй в следующий раз. Поэтому эта хуйня, она от вас, от каждого зависит. Не может такого по волшебству быть там, что, блядь... Я сказал там, блядь, через 10 секунд, допустим, гейзеры нахуй, и все выбежали. Вы выбежите только из-за своей реакции, из-за того, что вы увидели это кольцо и вышли с него. Там выбежать, ну пиздец, если вы смотрите на своего персонажа, не куда-то там нахуй, монитор еще включить не забудьте. И там выбежать вообще одну секунду типа хватает, это как осквернение вынести. Та же самая хуйня. Тут только осквернение там 1,8 секунды выносится. Тут 3 секунды дается. То есть вот эта хуйня, что вы говорите, милики там выбежали, РДД выбежали. Хоть 100 раз вы говорите подряд, они выбегать будут и выживать все только тогда, когда сами начнут, ну, быть готовыми к этой хуйне. А когда они стоят не готовы к этой хуйне, никогда не выбежут, не выбегут. Все равно есть шанс, что кто-то успеет среагировать. Милики, вот смотрите, личное наблюдение. То есть гейзеры всегда, то есть абсолютно всегда, под первое сокрушение, под белую хуйню вокруг босса, они появляются либо в мили-зоне, либо в РДД-зоне. То есть, вы смотрите, для вас ориентир, то есть под первое сокрушение будет, блядь, первые гейзеры, они могут быть как в мили, так и в РДД. А вторые появляются всегда, когда на перебежке, когда мы бежим от первых поездов. И вот когда мы бежим от первых поездов, вы, блядь, не стойте на месте, а просто бегите, блядь, к дальней стене, и все. И вы, когда будете перебегать, вы сами просто, сами по себе из них выбежите. Вот в этих двух не сдохните, блядь, просто 90% рейда, и мы спокойно убиваем босса. Конечно, могу ошибаться, но у РДД сразу после пульсации гейзера начинаются. Я да похую, что там сразу начинается. После пульсации почти гейзера. Одна под первое сокрушение, то есть они либо под первое сокрушение, либо под первые поезда, все. То есть надо просто быть к этому готовым, что к тем, что к тем. Вот, ключевое слово, надо быть к этому готовым. Вместо всей этой хуйни постоянно ждите. Бля, я не пульте раньше босса. Хочется уже, блядь, сказать, что вы красавчики, вы что-то, блядь, сегодня... РДД.
скоро обстрел будет, лучше наберите какой-то рейндж, блядь, сделайте красиво. Обстрел. Ну вот Мак и я, Фель, блядь, словил нахуй конфликт. Хорошо, что не зыбка была. Все, просто повторите то же самое и все. Еще один рельс. Угу. Миликов захилите. РДД. Гейзера. Себя подхиливать и ретрики хилам сложно. Обстрел, вот на этом обстреле разойдитесь, там нормально сейчас. Гейзер или что там будет. РДД. Массейф надо. Нету. Такое наверно, наверное. Вы... Милик сейчас упадут. Че там метки на вас? Метка где? Пульсация идет. Давайте РД 2 ляма там осталось. Не сдохните. Ничего не прикольно. А говорит, молодцы. Нихуя сложного, да, молодцы. Килай, дай ему средства. Что за пояс? Ща. 2% скорость. На чё перча? Чем позырим? Перча 180 к мане. А, не, 180 к силе атаки. О, я себе хочу такие. Разбойник узукли, если что там пароль удал. Поясните, пожалуйста. Что-то 180 силы атаки. Сейчас. Пояс. А барский же, да, по-любому. Перчить надо кому-то. Так, кто там? Святос Яровист. История. Сейчас будет веселье. Святос Яровист, история. У Яровиста 45-е. Там какие-то, блядь, прикол. Блин, наверное, это лучше рависту. А, это он же, это на сове у него 45-й. А. Кому с вас лучше эту хуйню? 180 сил атаки. Наверное, мне. Святос, история. Ролим. Можем поролить. Ладно, кидайте ролл. История. Лол, блядь. А тогда Святос. Так, что это у нас? Рейтинг скорости, пояс, латы, крит, мастерство, силовой пояс, блять. Что это на ретрик? Ретриком, наверное, больше будет интересно. Какая там чарка? 2% скорости. Буряба из зукля. Херня. Я бы взял себе, если никому не нужен, чисто, ну, потому что пояс сам по себе хороший. И Вилаша еще рулит.
Ну, у вас 64-й, у Зукли 71-й, у Бурибана 64-й. Кому с вас нужнее, я хуй знает. Кто вот сотку нажимал. Зукли, тебе надо? Декан, Холик. Ну да, да. Ну там видишь 2% скорости, короче, она будет 2% от рейтинга скорости. Не, просто кому давать? Вам двум ретрикам или ДКшнику закидывать? Я просто хуй знает, кому лучше будет. Зукля пас, Бурябай, что ты скажешь? У тебя там что-то меткость крит. Вилаша танчит. Бурябай тогда или что? Вилаша, Бурябай. Ну, роль тебе Вилаша с Бурибаем. Понял. Так, тапки 2% здоровья, блять. Это, походу, мне, да? Неплохие, походу, такие тапки. Мне нравятся. Это прям надо, блять. Короче, взял тапки. Кинжал. Сила атаки, блять. Распыл, да? На Викторка на трансмут. Так, ну а на этом боссе призан. Спекнешься в этого. В дополнительного хила. Ну, арвист в коте, наверное, больше, да. СПшка есть, меткость есть. Я могу в холика, если надо. Если хил нужен. Не, лучше 3% меткости пусть будет. Там если что-то хуёво будет, там сейчас 6 хилов нормально. Окей. Этот босс простой. Просто дует. Ты что, сову спекнул? Кого? Дерево. Или вошел он там? Не. А, он в кота спекнул. Как эту всю хуйню, ну, вы, блин, знаете? Блин, верните крит. Верните сова крит, пожалуйста. Ну все, нету уже. Этот, самое главное на этом боссе, в конце там, когда 3% 30 будет геру, дадим. И на каждом дыхании, которое 5 секунд идет, смотрите, это, собственные сейвы нажимайте. Там, вон, локовские камни возьмите, где они там. Короче, вы знаете, локи все знаете, вары тоже знаете, всем все 100 раз рассказывал. 6 хилов хилят вас, и вы охуенно прожимаете, и все. Дыхание, если выживаем, то считай, босса убиваем. Ну и когда появится проклятие древнее на вас, вы его на решетке не оставляйте, право-лево разбегаетесь, там мелики из-под босса отходите, чтобы и бублики, и если люди выбегают, один в один не ставьте, потому что они дамаг наносят. Давай посмотрим. Так, еще раз, что надо делать с проклятиями? В сторону убегать? Да, там увидишь, на людей вешается залупа. Короче, сейчас все увидишь, забей хуй, ну, просто вот смотри. Рассказывать это бесполезная хуйня, лучше это посмотреть. Понял. Даю отчет. Ты просто омоложение, буйный рост и все, и больше ничего не делай. Сука, привычка бегать осталась. Да, ебаная привычка бегать, прыгать. Дыхание скоро будет, готовимся. Готовимся захиливаться. Вон, захиливаемся. Еле-еле выживаем. С черного пола отходи, друид навалит. Черного пола. Чем минус маг. Похую. Пускай полежит. Пока не будем на одного БР тратить. Дыхание прохиливаемся. Собственные сейвы нажимаем, камни жрем. Все, вайп. В чем проблема? Ложимся. Так, а что там у нас? Ну, сфера есть, вот это вот. Видите, сфера? Про сферы не знаете, да? Нет, там несколько РДД должны знать, закрывать их. Так, как маг сдох у нас.
Беспощадная тьма. Мак, Эйя, ты тут? Братан, ты же понял, да, чего ты сдох? Я отходил. Хуёво отходил. В следующий раз блинкуйся. Вот там, где тьма взорвалась и пошла в другое место, ты блинкуйся туда, где она взорвалась. Вот тогда не получишь дамаг. Вот этот черный пол, он взрывается на 25 тысяч. Даже друид-инвалид не сдох, а ты сдох. А хилы что у вас? Тяжело прохиливать или что там? Там же просто цепуху спамишь. Цепную. Призом больше всех хилит. Ну, точнее, хэпал, потом эрдрум. Блять. Не знаю, добавлять ДЦшника вам еще нет. Или холика. Равис 4 по ДПС. Короче, факт остается фактом. Вот это дыхание, нельзя так вайпаться на нем, блять. Его надо прохиливать. Это ебаное дыхание. Ну, каждые полминуты, каждые 30 секунд. Да там что-то было, скорее всего, под дыхание. Ну, ЭМА, да, вот можете первый рарник, второй буреба, третий зукли можете давать. А наверное, там массакру на конец оставляешь с моей незыбкой. Когда мы в бублики будем заходить, там сами нужны будут. И вот как вы себя хилите? Вот, допустим, понятно, что ШПшник это их у них хилит. Вот открываем рарник, чем хилился. Вот вспышка света, вот он 3 вспышки света дал. Хоть что-то хилился. Это можно понять. Ну, зукли смотрим. 2 вспышки света. Грибай. 3 вспышки света. Ну, короче, так же хильтесь. И вообще было бы заебись, если бы вы не только себя там еще и кого-то подхиливали. Слышишь, Шаровист, а ты это зашаришь, если ты в сове будешь и еще подхиливать людей по фреймам. Есть у тебя рейд-фреймы? Не подхили, ну хотя бы себе там дать один раз покровительство, уже хорошо было бы. А, и нет, не то. Охуево. Спасибо, Рарни. Короче, давайте еще раз хилы. Я не знаю, может в шестером вы слишком слабые, может. И если сейчас не получится дыхание захиливать, то придется еще и хила успеть. Маленький момент, когда вы стоите в черном полу, постарайтесь не кастовать, может дыхание будет, сейчас готовимся. Рейд на фул прям держим. Вот с черного пола выходим. Бомжи бегут. Там человек в метке еще закрывает. А в шарик кто встанет? Сейчас по рейду дамаг пойдет на шарик. А все, закончился. Фаза уже идет, если что, готовимся. Скажу, когда проклятие будет. Сферы в мелизоне залейте. Пол выходим. Проклятие выносим с решетки, выходим. Милики выходим. Бублики появились.
Вот три нахуй в одной точке почти. И вторка в бублике, если тебя не захилят. Не заходите в несколько сразу. Очень больно. Милики, вот выносим проклятие. У них еще рейндж больше. Сразу с них уходим. Вот тут перед боссом залейте эти сферы, чтобы вас не убило, милики. Готовимся, скоро погружение. Погружение. Нажимаем. Уже. Айновен, нажимаем сейв. Батя выжил. У нас Бейл был, не было? Да. Там для справки, чтобы вы понимали, от чего вы дохнете. Бублике нельзя стоять, он урон наносит. Он на нем мы заходим только когда этот идет, как он называется, погружение во мрак мы заходим. Еще он парахил по вам режет. И снижается отхил на 80%. Вот ты, Вихторка, в нем стоишь, тебя никто не захилит. У тебя будет потихоньку съедать этот бублик. И еще вот эти на второй фазе после 50% щупальцы и сферы. Там сейчас не от бубликов умерли, там мы вышли из бубликов, было дыхание, сразу же дыхание все побили. Вы вздыхаете, дыхание прохиливается, но вы вздыхаете, РДД, вы стоите рядом со сферами. Уходите в то место, где меньше сфер, где одна там сферка или где вообще нету сфер. Милики, мы их в мезоне с вами заливаем. Если вы не будете сферы заливать, мы подохнем просто. Вот то, что 10 человек сдохли от сфер, вышли с бубликов, сдохли. Плюс еще кила лежала. Короче, спекнись в этого, не знаю... Лучше в ДЦшника спекни, живучесть получше. Щиты повешайте вместе с Геншином. И если что, на дыхание на себе зубы кидайте там. Ну, первое, я думаю, так прохилите, на втором кидайте зубы на себя. Да я это каст нажала в этой в луже. Думала, вышла, но, видимо, на границе была. Оно да больно. Это мой проеб. Просто лишний хил это минус ДПС, которого и так чуть-чуть не хватает. Да когда 10 человек лежит, это уже похуй. Тут у меня точка есть. Просто 2 ДЦ реально так себе идея. Ох, а рот уже пора обновить. Значит, Геншин, считаешь первую и вторую пати, а Килая 3 оставшиеся пати. Щиты на всем рейде должны быть. ПКД. Ща. Сейчас рыбу поставлю. Дай сапрот, пожалуйста. Я смотрю, тут на многих нет сапротов просто. Сапрота на полу. Они от этого и умирают, наверное. Те сапрот. Ну, блядь, если еще в 5 сфер встать, нахуй, возле бублика, если еще бублики в одну точку разлить, тоже можно от этого сдохнуть. Так, для справки просто напоминаю. Если кто забыл. Еще раз давайте проясним. Значит, на последней фазе, когда босс уже вызывает щупальца и сферы крутящиеся, вокруг них 8 метров, а они дамажат там по 5000 секунд, блядь. С ними нельзя рядом стоять, нахуй. Если что, так, для справки еще раз объясню. РДД, блядь. Чтобы вы пачкой по 10 человек не слегли, вы должны съебаться в то место, где сфер тех меньше. Бублики первый раз разлились, вы от них... Вот он разлился, блядь, вы с него вышли, блядь, потому что вас надо хилить. И этот второй раз бублики, когда появляются, говорю, проклятие, второй раз, вы уже разлили и возле них стоите, чтобы не за 20 километров они от вас были, а вы были вот так вот, как я от решетки, недалеко вот так подошел. Лучше меня тыкните, у меня получше огурцы. Огурцы берите.